Всем привет! С вами Амир Гумеров, и сегодня у нас на съемке Мирослава Доля. Всем привет! Мирослава занимается эстетической гимнастикой, ведет кучу всяких блогов. У нее, кстати, второй взрослый разряд по эстетической гимнастике. Поэтому идите, подписывайтесь на Мирославу, можете поддержать человека, потому что спортсмены не такие, в вашей поддержке всегда нуждаются. А мы начинаем, ты готова? Да. Поехали. Молодец! Да! Движение, динамику, я все равно тебя поймаю. Динамики, фотки всегда красивее получаются. Динамику, да, вот. Чтобы волосы летели, крутнее, чтобы волосы полетели. Мирослава, выходи сюда поближе. Где-то здесь, да. Все. Двигайся, да. Можешь даже без прыжков, да. То есть как бы это. Да, вот. Вращение попробуй сделай. Вот я про что и говорю, да. Волосы, чтобы лететь. Вот оно вообще круто, да. Молодец. Давай. Оп. Нет, я не поймал. В смысле, ты не виновата, да? Еще раз. Да. Угу. Да. Молодец. Пятерка. Носочек натянула, да, вижу. Так, все. Сейчас я подойду поближе, стой. Погоди, меня кто-то кусать пытается. Может быть, да. Давай иначе к Мирославу сделаем. Зайди сюда. Тенечек. А слушай, тенечек, все хорошо. Дышать. Так, дочка. Сломушка портретная. Стоять, бояться еще разочек. Возможно, резкость потерял. Так. Нормально это место? Ты говори, солнце у меня. Я тебя могу услышать, но могу не увидеть, что ты махнула головой, дай. Поехали. Нормально.
ты ко мне, кажется, ближе подходишь. Вернись на место, давай. С того места, где я закричал, что все плохо, да? Да. Стой. Не еще раз, а с того места просто продолжаешь. Все? Молодец. Мирослава Доля, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте колокольчики. Всем пока. Давай, давай, я уже ужарил, да. Всем пока.